Велине ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Вперед, плотва! Но! Их живьем резать. Боги им такого не простят. Тот день, как тьма великая настанет, то брат на брата меч свой обнажит. Отец прогнать детишек поспешит. Умрут плоды, зерно в земле сгниет. Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Верно, милосердная! Столько доверия в людях. Чтобы хоть деточки голодными не быть. Знайте, так оно и станет. В тот день, как тьма великая. Ой, сохрани меня от зла днем и ночью. Ну что, чего ты тут ищешь? Не подходи, а то будет одним трупом больше. Что тут творится? Как положено в деревне. Урожай собираем. С хлебным полем закончили, перешли на поле битвы. Трупы, кажется, свежие. Кое-кто из этих людей еще минуту назад был жив, я правильно понимаю? Ну, конечно, живы были, хотя и ранены. Знахарь их, может, и спас бы. Только знахаря тут нету. Одни мы. Ну да. Грабители и убийцы. Ты меня бесишь. А я не люблю, когда меня бесят. Это ты зря.
странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Спокойно, все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Страшные, должно быть, вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Может, они что-то пропустили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет.
Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Интересно. Учетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемая. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза.
тьма вошла. Пошла. Плотва не так быстро. Thank you.
гнездо гулей, надо его уничтожить. Давай, плотва! Бледный ты, как говно овсяное. Ты что, с медведем танцевал? А видели, какие у меня мышцы? Неплохая работа моему Любушке подвернулась. А ну, конечно, не худшая. Вчера вот целое ведро очисток принес. Уж ели мы, ели. Не, что не страх его. Когда знается барон, что у его свиней корм отбирают. Самогону желаете? Постного сыру. Товара у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары. Будь здоров.
охота на них напала за то, что они хозяйкам чести не оказывали. Грибы вырастут, будет червяки повылазят. Придут ли когда лучшие времена? Грибы вырастут, будет суп. Ух! Грибы вырастут, будет суп. Ох, дождик! Не разорваться же мне. Ау! Ой! Самогону желаете? Предлагаю перейти.
Обожаю. Я что, знаю, кто ты такой? О! Ржавеют? Стой! Кто идет? Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Сержант! Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Ты в темерском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да. Командует.
Вот в Изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас, как мы там кружились. Раз, два, три, раз, два, три. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтеста уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. За чье здоровье теперь пьет верный темерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Мне не нравится. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Этого еще не хватало. Надо уходить.